За швейной машинкой химчанин Юрий Никифоров уже 4 года. Впервые сел за нее в 2020-м, когда не нашел хороший брезентовый материал для беседки на даче. Вместе с решением проблемы родилась и бизнес-идея. Сегодня у молодого предпринимателя целое производство по изготовлению тентовых покрытий. Объемы солидные, до 15 тысяч квадратных метров в месяц. География заказчиков – вся Россия. Начинали с квартиры, шили дома, люверсы стучали тоже по вечерам, соседи были недовольны. Со временем наращивали объем, сначала одно помещение снимали поменьше, чем это. Вот. Когда обороты стали больше, уже побольше помещения сняли. Депутату Алексею Федорову и представителям МКУ «Малый бизнес Химки» Юрий Никифоров проводит экскурсию по производству. Из водонепроницаемой огнеупорной ткани шьют навесы для беседок, самосвалов, специализированные шторы. У предпринимателя уже есть идеи для дальнейшего развития производства. Инициативы уже нашли поддержку в администрации городского округа. На территории городского округа Химки на сегодняшний день существует ряд субсидий и грантов для поддержки малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем надеемся, что благодаря поддержке со стороны города производство будет развиваться еще в больших масштабах. А большие масштабы – это полноценное импортозамещение, снижение цены для заказчиков, новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет городского округа. Олег Тюрин, новости Химки ТВ.